друзья, красивый. А здесь у нас замечательный краевой союз садоводства и потрясающая Елена, которая вам, во-первых, расскажет о всех сортах яблок, которые могут произрастать в нашем крае. Есть у нее авторские книги, которые очень рекомендую вам приобрести. И уникальная возможность сегодняшнего дня – это получить автограф от автора. Это первое. Эту книгу получил. Мы с Альбиной Ивановной вместе сделали книгу, а это моя. Еще что у нас здесь есть? У нас есть просто волшебная пастила. Я вчера ее пробовала. Я не могу выделить какую-то отдельно, потому что каждая хороша по-своему. Ну, во-первых, яблоко с корицей, это всегда будет моим фаворитом. Что я хочу сказать? Пастила достаточно такая вот, с одной стороны плотненькая, с другой стороны шершавенькая. Но при этом она не резиновая и не тянется. Она очень хорошо откусывается и отрывается. И очень приятная на вкус. Клубника. И у нас, а где у нас еще был арбуз? Да, арбуз очень такая, да, для нас с вами экзотика в пастиле, тем не менее. Еще у нас здесь с вами, друзья мои, есть Альбина Ивановна Резчикова. Вот Альбина Ивановна – это человек, просто уникум, которого я знаю на протяжении 12 лет. Альбина Ивановна тоже может дать потрясающую консультацию полностью о растениях, о том, как их подобрать, как посадить, как культивировать, да, и что вообще в уголках нашего Красноярского края может вырасти, и что вам лучше для этого приобрести. Так что, друзья мои, приходите к нам, осень на даче у нас в самом разгаре. Сегодня у нас с вами последний день, чтобы познакомиться с этими замечательнейшими девушками.